Молиться и потрудиться. Для мусульманского объединения Пушкинского района эта простая формула за последние годы стала нормой жизни. Большое количество прихожан позволяет замахнуться на уборку достаточно обширной территории, поэтому при распределении участка выбор всегда падает на парк в Клязьме. После утреннего молебна активисты надевают перчатки, берут грабли и приступают к работе. На уборку приходят где-то 30, 40, 60 человек по-разному. Просто сегодня будний день, пятничный, многие работают, поэтому многие приехали чисто помолиться и опять на работу. Ну а у кого время есть, те остались с нами и проводят вот этот субботник. Субботник, а вернее сказать пятничник, приурочен к общеобластной уборке, которая состоится 21 апреля. Сегодня в Клязьминском парке наводят чистоту более 30 представителей мусульманской общины. Собирают мусор, сгребают листву и распиливают ветки, оставшиеся здесь после порубочных работ и прошлогодних ураганов. Инвентарь предоставлен Пушкинским городским хозяйством, оно же будет вывозить собранные мешки. Остальные заботы берут на себя неравнодушные жители. Ну, во-первых, для нас это уже традиционно, да, мы уже практически второй год делаем вместе с общиной. И это мой избирательный округ, микрорайон Клязьмин. Соответственно, здесь отдыхает большое количество наших граждан и детей. И тут, ну, сами видите, какая тут обстановка, тем более после наших весенних ураганов. Поэтому, я думаю, нужно к летнему периоду привести это в порядок. Нужно обязательно помочь нашему городу, как говорится, кто же еще, если не мы. Одним только Клязьминским парком энтузиазм мусульманской общины не ограничивается. Сегодня они планируют очистить и береговую линию реки Клязьма на Боткинской улице. Через неделю такой же субботник будет проведен в микрорайоне Мамонтовка на территории памятника героям Великой Отечественной войны. Павел Розин, Владимир Парфенов, телеканал «Твой».